Ну, это очевидно. А, и делает такой вантап. Это наглость какая-то. Давай, прыгай, делай носкоп. А красный это вообще пи***ц. Ничего не понял. Стоп. Что? Эрик, если ты это слышишь, спасибо тебе большое. Не за что, бро. Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я буду модерировать Cybershock. И я давно не говорил, что этот ролик получился классным. Охуенным. Сегодня это случилось, он реально хорош. Сегодня у нас будет модерация на проекте, который, по сути, вы все уже знаете. Кто не знает, это площадка для игры в CSGO на кастомных модах. Там есть и Сюров, и Бхоп, и Сюров Комбат, и ретейки, и десматчи, и так далее, и так далее. У нас более чем 500 000 игроков каждый месяц уникальных. И понятное дело, кто-то из них нарушает правила. Наши модераторы, которых уже, кстати, более чем 100 человек, каждый день смотрят ваши жалобы. И сегодня я буду в роли одного из них. Это большой проект, это большая ответственность, и поэтому мы подходим к этой модерации ответственно и максимально строго. Сегодня у нас будут читеры. Да, они будут, это не кликбейт. Сегодня у нас будет донат стримеру, который играл на проекте. Сегодня у нас будут нравоучения, которые не работают, но они будут. Друзья, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на этот канал, кто еще это не сделал. Давайте приступать. Полетели. Стать на прайм. Приступаем. 20:32. Настроение у меня хорошее. Пока есть энергия, посмотрим, что будет в конце. Агрессивное общение. И говорит информацию об оппоненте 1x2. АВП сервер. У него уже был мут. Тролльники, провокация. 22 августа. По чату пока непонятно. Один мат, второй мат, третий мат. Опа. Оранжевый мат это, видимо, какой-то тир 1 уровень. Оскорбление. Я не знаю, почему у нас разного цвета мат. Скорее... О! А красный это вообще пи***ц. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мимо. Хорошо. Ой, хорошо. Неплохо. Я на этом сервере уже 2 минуты, он пока ни слова не сказал. Не. Я посмотрел раундов 10 за этим человеком. Он полностью молчал. Я спросил у ребят, что он там говорил. Они все промолчали, сказали, что ничего не помнят. В общем, тебе повезло, дружище. Но если ты смотришь этот ролик, пожалуйста, будь адекватнее. Спасибо тебе большое, но сейчас нарушений я фиксирую, что не было. Закрыть тикет. Only хеты. 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 Давай, дружище, покажи, что ты такое. Это лайфхакер? Это лайфхакер. КТшник подходит к кичену. Он его ждет. Ужаснейший спрей. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какой пупсик. Давай, прыгай, делай ноускоп. Делай ноускоп. Прыгай ты ноускоп. Ребят, очевидно, что он читер, но очень хочется услышать его голос и что он скажет, когда я проверю его компьютер. Но я ему сейчас кину приглашение на проверку ПК, он откажется 100%. Как только он отказывается, он получает бан. Дружище, привет, Джисман. Можем ли мы получить твой дискорд? Что, будет скидывать? Пока ничего не скидывает. Джисман, ты меня слышишь или нет? Напиши в чате, плюс или минус. Если ты сейчас ничего не напишешь, ты получаешь бан. В общем, он ничего не ответил, поэтому сейчас я беру, нажимаю, чтобы игрок отказался от проверки. И он получает бан на большой срок. Нарушитель был наказан. Закрыть тикет. Как вы знаете, в моем телеграм-канале есть ссылка на мой личный аккаунт, куда вы можете написать что угодно. Главное, не попрошайничество. В общем, я полностью открыт для любого разговора. А этот парень решил написать после тикета о том, что он невиновен. И тикет был получен просто так. А через 10 минут извинился за свое поведение и признался, что играл с читом. Вот такое тоже бывает. Спасибо за честность, но простить за игру с читами не могу. ВХ. Давайте смотреть, что тут происходит. Пелоса никого нет. Пелоса никого нет. Слушайте, какой у него КД? 1.03, 29 киллов. Абсолютно ничего подозрительного. Недостаточно доказательств. Закрыть тикет. ВХ АИМ. Какие однотипные жалобы, но одна из них уже сработала. Сука, за мои 15 тысяч часов этих читаков видел, блядь. Они все одинаковые долбоебы. Ладно, я поверю этому абсолютно одинаково сообществу. Я сейчас проверяю его на... Привет, дружище. О, шок, привет. Привет, привет. Слушай, на тебя поступает много жалоб. Можно быстренько проверить? Твой компьютер займет максимум 20 минут. Окей. Ну что ж,
Сейчас проверка! В общем, была проверка завершена, у игрока ничего нет, все чисто. Это человек, который пытается поднять количество часов, чтобы играть на фесте. Но у него есть аккаунты другие, читов не найдено. Нарушитель у нас Lucky Shot на арене номер один. Один час, что? Давайте посмотрим, что это такое. Примерно понимает, где находится противник, но это очевидно. А мне показалось, или он стрельнул мимо? Абсолютно мимо. Стоит АФК. Может быть, что-то настраивает. Шок, привет, бля. И делает такой вантап. Это наглость какая-то. Lucky Shot. Но ты сейчас при мне, когда я за тобой смотрел, показал, что у тебя что-то есть. То есть у тебя чит мид прямо сейчас активен. Дружище, ну ты же понимаешь, это нарушение правил. Он получает бан, что поделать. Зачем ты это делаешь, дружище? Lucky Shot, просто зачем? Я ему дал бан на один год. Такая вот история. Оскорбление родных в чате. Давайте проведем беседу с этим персонажем, которого зовут Вел Рус. Опа! Мать твоя животная! Пошел он. О, агрессивный паренек. Агрессивный. Опа, грифринг, пошел, пошел. Записываю одно нарушение. Грифринг, идем дальше. Ой, господи. Ладно, я захожу и прошу их так не делать. Здорово, ребята. Сосай, Велорус, привет. На вас приходят тикеты по оскорблениям. Я посмотрел историю чата, историю голосовых. Вы очень агрессивно общаетесь. Я понимаю, что эмоции, я понимаю, что это паблик, но это игроки нашего проекта, и получать фидбэк о том, что у нас не очень комьюнити, не очень хотелось бы. Очень большая просьба, дружеская, пожалуйста, контролируйте то, что вы пишете в чате, и то, что вы говорите. Это очень сильно влияет на наш проект. Спасибо. Очень буду благодарен, если вы это не игнорируете. Спасибо. Нормально. Ну, вера в такие... Разговоры нулевая, но я дал им шанс. Дальше уже будут блокировки, муты и так далее. Немного отвлеку вас от модерации и расскажу про сайт JDrop. Кто не знает, это сайт по открытию кейсов. Открывать просто кейсы — это уже скучно. И они решили сделать ивенты постоянные, где вы можете кидать деньги на баланс и получать с этого кэшбэк в виде поинтов. У меня 34 тысячи поинтов. Сейчас я эти кэшбэковские рубли потрачу на одну пульку за 10 тысяч поинтов. И стрельну в любую мишень. В каждой мишени есть какой-то определенный дроп. И мне сейчас выпало 6000 рублей абсолютно из ниоткуда, потому что это кэшбэк. В барабане вы можете прокрутить анимацию и увидеть то, что вам выпадет. Нам выпадает бонус к пополнению 5%. Но если вы введете мой промокод SHOCKGG, вы крутите барабан еще раз. Мне выпадает опять бонус к пополнению, и это снова 5%. Я захожу на пополнение баланса и ввожу сюда промокод SHOCKGG. И я получаю промокод на 11%. Это уже больше, чем в барабане. Аймбот. Так, давайте смотреть. Нарушитель у нас человек по имени ZXHomie. Один час на проекте, 700 элла. Подозрительно все это. Что мы тут видим? Аймботик. Давайте смотреть, пока я вижу очень косую стрельбу, очень плохой спрей. И вижу в чате какие-то разборки. Все, что у него получается, это навести прицел на модельку. Пока я вижу только это. А вот это меня смущает. Что тут происходит? Алло, завали ебал, нахуй. Давайте изучим этот вопросик. Я зову Курсида. А, дружище, привет. Я вижу, у вас там разборка какая-то. Объясни, пожалуйста, что и произошло. У тебя какая-то разборка в чате. Публичная. Сейчас хочу с тобой публично пообщаться. Что произошло? На какой почве конфликт? Просто обычная, как сказать. Не из-за ничего. Сори, я сейчас буду душнить, но человек, который заходит на проект и видит такие общения, и видит такое общение, он задумывается о том, что здесь какие-то фрики сидят, которые на токсике. Сейчас. Очень большая просьба по возможности не выписывать ок людям, которых ты даже не знаешь, и с которыми больше ни разу не увидишься. Понял тебя, все. Так, давай, извиняюсь. Ладно. Договорились, что так не будет? Душни буду сейчас. Давай, удачи. Короче, норовоучения пошли второй тикет подряд. Понятное дело, они useless, эти все норовоучения. Но попытка не пытка. Репорт выдано предупреждение. Я вообще забыл, куда я заходил. Это был аймбот. Так, ну тут тоже ничего не было. Префайры мешают мне играть. Что?
Бегает за мной токсик, дергается пи***ец. Вот дергается пи***ец, наверное, звучит интересно. Навозится через стены. Вот я в этот тикет почему-то верю. Это очень редкий запрос, но это объясняет некоторые проблемы с читами. Он у нас играет сейчас в библиотеке. И видит противника. Он дергается, правда? Он правда дергается. Так, один в один. Ужасно выходит, но это был не хедшот, кстати. Гоострим снайпинг? Опа. А, он сам себя рекламирует. Я не буду блокировать его стрим. Если что, вы можете скидывать свои стримы, но без спама. То есть я поддерживаю любительский стриминг, поддерживаю рекламу среди своих. Поэтому все в порядке. Главное, без наглого позорного спама. Слушайте, а вот давайте я возьму сейчас этого парня, если он стримит по-настоящему. Я ему закину большой донатик за то, что он стримит у нас на проекте. А этот Квинси, он без читов, я сейчас... Недостаточно доказать, закрыть репорт. Заходим к этому кенеку. Эрик Шоков. Спасибо, что играешь у нас на стриме. На стриме, ладно, пишу на стриме. Ребят, смотрите, какая просьба. Если вы молодой стример, пожалуйста, будет очень приятно, если вы сможете у себя на Твиче в описании своего канала оставить конфиг. Вот в таком виде. Загрузив его на Сабишок. Вот, некоторые стримеры уже так сделали, я очень сильно им благодарен, это очень приятно. И это, кстати, очень удобно для людей, которые скачивают конфиги. Здесь можно посмотреть всю информацию, скачать видео настройки, сам конфиг, посмотреть, когда он был обновлен, и какое количество людей его уже скачало. Спасибо большое, то, что играешь у нас на стриме, и будет очень приятно, если ты в чат-боте и в описании канала оставишь ссылку на свой конфиг, который загрузил у нас на проекте. Так, отправить. О, пришли деньги. Что? Ничего не понял. Стоп. Что? 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 Да. Что, блядь? Ай, боже, какой классный выпуск, господи. Пожалуйста, поставьте лайк, гребаный. Блядь, кто там так украл? Что? Что нахуй? Я не верю. Эрик, если ты это слышишь, спасибо тебе большое. Не за что. Я сомневаюсь, что Эрик это слышит. Я слышу это все. Друзья, выпуск получился охуенно, и я буду рад каждому, кто поставит лайк и подпишется на этот канал. Если что, это все происходило на проекте Сабишок. Это мой личный проект, который сейчас занимает лидирующие позиции на этом рынке, и мы кайфуем, делаем апдейты постоянно и радуем наших игроков. Стань частью этого проекта уже сейчас. Ну а я с тобой прощаюсь и желаю тебе хороших выходных. Если этот ролик выйдет в будни, то извини, пожалуйста. Я не хотел. Пока.